Мороз, Кинг, чарующий безумие, Клод Моне и водяные лилии. Автор пишет историю жизни и творчества знаменитого художника, собрав воедино воспоминания его многочисленных друзей и поклонников и из личных писем Клода Моне. Получилось интригующе и захватывает читателя с первых страниц. Приглашаем познакомиться лично с книгой в нашей библиотеке. Николай Жаринов. «Тайны жизни шедевров». Николай Жаринов, писатель-искусствовед, рассказывает нам тайны создания великих шедевров, что вдохновило и предшествовало написанию нетленных полотен знаменитых живописцев. Читая, погрузитесь в прекрасный мир живописи, созданной уникальной кистью на долгие века. Татьяна Горячева. Теория и практика русского авангарда. Татьяна Горячева, кандидат искусствоведения, главный научный сотрудник Третьяковской галереи, рассказывает книги о русском авангарде, его становлении через своего знаменитого создателя, художника Казимира Малевича, и историю развития школы через его последователи, собрав идеи на статьи, написанные и опубликованные ей за последние 20 лет. Для любителей искусства эта книга станет настоящим кладезем знаний и ответит на многочисленные вопросы искушенных читателей.